Тысячи украинцев вышли на ставшие еженедельным народные вечи в Киеве. Они требуют отставки президента Виктора Януковича и проведения досрочных выборов. Оппозиционные лидеры рассказали о ходе переговоров с властью. Они заявили, что внеочередная сессия Верховной Рады по конституционной реформе может состояться уже 13 февраля. Оппозиция настаивает на немедленном возвращении к основному закону 2004 года, который ограничивает власть президента в пользу парламента. Виктор Янукович говорит, что на подготовку новой конституции уйдет несколько месяцев. Лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что ответственность за поиск компромисса лежит на президенте, так как сейчас только он обладает в стране властью, и пригласил Януковича на дебаты с народом на Майдан. Кличко также призвал украинцев к всеобщей забастовке. На прошлой неделе Янукович заявил, что не собирается разгонять мирные демонстрации, а исполняющий обязанности премьер-министра Сергей Арбузов отметил, что градус протеста снижается. Но после двух месяцев непрекращающихся демонстраций митингующие теряют надежду на мирное урегулирование конфликта. Честно говоря, я не верю в мирное решение, говорит участница протеста, потому что мы долго мирно стояли здесь, и Янукович не обращал на это внимания. Политический кризис лишь усугубил экономическое положение Украины. Россия, предложившая в декабре скидку на газ и кредит в 15 миллиардов долларов, приостановила финансовые транши до формирования на Украине нового правительства.